Количество зарегистрированных договоров долевого участия в строительстве в Башкортостане с начала года выросло почти на 12%. Такие данные приводят в региональном управлении Росреестра. За 9 месяцев 2017 года зарегистрировано более 12 тысяч договоров участия в долевом строительстве против чуть более 10 тысяч годом ранее. Увеличилось число регистрационных записей по ипотеке, но лишь на 2,5% до без малого 53 тысяч. В то же время, по данным Нацбанка Республики, объем выданных в Башкортостане ипотечных кредитов за 8 месяцев увеличились почти на 10%. Столь ощутимую разницу эксперты отмечают сразу несколькими причинами. Среди них рост среднего размера кредита. Все чаще приходят заемщики, у которых нет первоначального взноса, либо он очень минимальный, они его собирают. Соответственно, они основную сумму берут в кредит, основную стоимость квартиры. А сейчас очень редко встретить заемщика, у которого 50-70% от первоначального взноса. Это, как правило, альтернативщики, то есть те, которые взамен свое что-то продают и взамен покупают. Основные же масса покупателей, которые впервые берут или покупают нам новую квартиру, да, не продавая ничего, они имеют очень маленький первоначальный взнос, а чаще первоначального взноса вообще отсутствует. Всего за 9 месяцев текущего года управление Росреестра произвело 517 тысяч регистрационных действий, или на 15 меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Это шестое место среди субъектов Российской Федерации.